Ежегодно в дни памяти известного поэта Геннадия Айги, принесшего республике всемирную славу, в Национальной библиотеке в именном зале открывается выставка. Коллекция «Айгиана», которая представлена в библиотеке, создана самим Геннадием Айги. Все экспонаты, а их свыше 800, он собрал сам и передал библиотеке. Его портреты, книги, произведения о нем и его творчестве поэта – отдельная коллекция изданий, подписанных самим автором. Ежегодно кураторы выставки представляют экспозицию по определенной тематике. Решили собрать в одном месте всю информацию о его наградах. У нас в нашей коллекции есть две его награды личные. Это орден литературы и искусств Франции, который передала нам его вдова Галина Борисовна. И золотой венец стружских македонских вечеров получил Геннадий Айги. Это в прошлом году нам подарили, тоже передали из его семьи. Через неделю, 25 февраля, здесь пройдет поэтический фестиваль, где студенты-иностранцы, учащиеся в чебоксарских вузах, будут читать стихи поэта на своем родном языке.